Всем привет, дорогие мои. Да, утро в деревне началось. Дача фуль. Да, правда, у меня уже, я так думаю, время где-то приблизительно час дня. Курочек я выпустила. И вот решила им, вот, Кузину кашу отдам, потому что парень бастует. Дача фуль, у вас все хорошо? Да? Да ты моя зайка. Да. Все хорошо. Ну, пошли посмотрим. Мне самой интересно, что у нас тут произошло. Ой, какой прекрасный крыжовник. Черный. А вкусный? Ну, ладно. Вы тут давайте работайте. Я пошла дальше. Прям интересно. У вас же здесь были сплошные дожди. Ой, это груша. Эта груша, по-моему, точно не летняя. Ой, чуть не упала. Заросли. Заросли всего. Барбарис наливается. Прям уже, прям наливается. Да. Я в последний день мороженого реально переела. 4 штуки съела. И воду холодную из холодильника пила. Ну, в общем, не обращайте внимания на мою гнусавость. А вот это, по-моему, летняя груша. Да, вот это, наверное, уже можно есть. Это летняя. Ой-ой-ёшечки. Ой-ой-ёшечки. Ну, хочу я вам сказать, что косили мы последний раз 4 июня. Поэтому я, честно говоря, думала, будет хуже. Ну, нормальненько, зато дороги вообще шикарные. Правда? Шикарные. А репей какой, вот это да. Прям хоть на выставку вези. Да. Розочки. И гортензия. Да? Так. Дальше что? Что у нас еще дальше? О, бабушка сидит. Нормальненько. Так. А еще у нас, смотрите, какая красота. Голубики вообще завались. Вон он, товарищ Иринович, пробежал к бабушке. На улицу не хотел идти, выгоняла. Со мной ходил. Ой, вкуснота-то какая. Какая вкуснота. Да, надо оббирать. Срочно кушать надо голубику. Так. А что еще? Кусь, что еще? Батюшки, даже смородины. Вот он. Хвостиком виляет. Слюнявка ты моя. Даже смородина меня дождалась. Ох, мне тут столько ягод оббирать. Ну ладно. Ой. Дорожки вообще шикарно проросли. Так. Идем дальше. Градусов 30, наверное, да? На улице. Так, ну-ка, что у нас здесь? А здесь лес. Ну, попробую я наступить, посмотреть, что здесь у нас. Ну, ничего, так перчик уже вырос. Перчик есть, да? Сейчас посмотрим. В грядках нормальненько. Я думала, хуже будет. Да, вон перчик, еще перчик. Так что, если захочется своего перчика, он уже есть. Так. Огурцы. Ау, есть? Маленький, вон, вижу огурчик. Есть. Вот огурчик есть. Ну, чего-то есть. Надо будет принести и собрать какую-нибудь емкость. Ох, вон какой большой, вижу. Это уже прям перерос. Где ты? Вот он. Прям большой. Ну, ничего. Все, будем кушать. Салатик.
Так, идем дальше. Ох, дороги вообще проросли. Да. У нас заросли. У нас заросли. Так, а здесь у меня... Ну, в принципе, посолить я уже могу. Здесь у меня можно даже... Укропчик какой-то порвать такой симпатичный. Горох перерос. Ой, а здесь вообще культур-мультур. Да, а здесь висят огурцы. Это вообще... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И тут... А это, боже мой, какой здоровый. Ну, я, конечно, одной рукой все. А это... Тут тоже... Это прям вообще, как я говорю, такими огурцами хорошо в войну играть. Кидаться хорошо. Прибьешь точно. Ну ладно. Что-то сами поедим, что-то курочкам дадим. Ничего у нас не пропадет. Вот тоже здоровый, толстенький. На бабушку похожий. И маленький есть. Ой, это уже прям желтенький. Это точно курам пойдет. Ну чего, очень даже симпатично. Здорово, да. И щавель прекрасный. О, лучок, помните, я сажала? Смотрите, как подрос хорошо. Красавчик. Ну, не знаю, сегодня-завтра. Может, еще и здесь зонтики какие укропные, хорошие. Можно уже намалосолить. Вот если наберу огурчиков, обязательно намалосолю. Ну, красота. О, вот это да. Представляете? Из маленького севка сажала. Тут такие луковки красивые. Да. Что еще у нас? Ну, в принципе, трава не очень высокая. Потому что сажала... Как он называется? Сорт или вид, как правильно называть? Лилипут. Растет крайне редко. Медленно. Не редко, а очень медленно растет. Вот. Так, ну что у нас по яблокам тут? Яблоки осенние. Ну, в принципе, и яблоки у нас в этом году будут. Много яблок. Вот эти яблоки вообще шикарные. Они осенние. Представляете, какие уже здоровые. С червячком, видимо. Ну, ничего, в компот пойдет. Можно сейчас компот варить. Да, яблок тоже много. Красота. Так. Ну, ладно, идем дальше. Идем дальше. Что дальше у нас здесь? Так, что у нас дальше? Ага, надо сходить. Здесь тоже крыжовник. Темный. Ой. Ничего. Съедобный даже. Ага. Калина наливается. Так, а виноград? Что у нас здесь с виноградом? Есть хоть виноград-то? Я так за тебя переживала. Выживешь, не выживешь. А ты хоть виноград-то вообще дал? Алло. Ку-ку. Ну, не вижу я пока. Я думаю, что здесь тоже просто заросли. Просто заросли. Ну, если поковыряться, конечно, можно что-то и найти. Ой, ищет тут. Вот есть чего-то. Ну, есть, есть. И вон наверху висит. Вижу. Наверху тоже. Получится у меня фокус навести. Да, вот он. В общем, что-то есть. Такой вкусный, который... Ой-ой-ой, а здесь прям вообще... А здесь разросся. Так. Ну ладно, идем дальше. Идем киви смотреть. Сейчас такую небольшую обзорную. Мне самой интересно. Заодно вам покажу, что тут в наше отсутствие произошло. А в наше отсутствие тут киви набирает.
обороты. Ну, в принципе, есть. Да, много. Вижу много. Так, ладно, фокусировать вам не буду, наверное. Потому что будет очень длинное видео. Пытаюсь быстро-быстро вам с вами вместе пробежаться. Так, туда не пойду. Сосна колючая. Боже мой, здесь тоже ветки ломятся. Груш много. Груш много. Так. И там груш много. А это уже летняя груша. Вот это уже можно есть грушу. Да. Это можно начинать. Розочки желтые. Розовенькая там зацвела. Красота. Ой, моя любимая, вот это зацветет, которая разноцветная, бело-розовая. Ой, флоксики молодцы. Так, идем дальше. А еще лилия. Лилия вообще шикарная. Аромат стоит. Это высокие лилии. Так. Это я не помню, как зовут тебя. Цветочек, тебя как зовут? Ты, ну, как ты его зовут? Да, и пчелки, смотрю, тут прям работают на нем. И шмели, и пчелки все. Так, что еще? Ага, вот эта груша готова. Вот чего можно компот делать. Это груша, которая... которая вяжет, ее есть невкусная она, а в компоте вообще нереально вкусная. Ну, в общем, чувствуется, покой нам только снится. Теперь я... мне даже отдыхать-то некогда будет. Ой, здесь груш много, как всегда. И здесь много груш, как всегда. А вон летняя. Ну, вот это уже точно готова груша. Прям уже все желтые, это уже прям только есть и есть. Надо будет нарвать ее. Так, еще до сливы хотела дойти посмотреть, что там со сливой. О, а тут яблоки, по-моему, вот эти яблоки. Вот эти вот можно тоже есть. И это такое, в полосочку. Да. Еще помните, если я вам рассказывала, это у нас белый налив рухнул. Ну, в принципе, ну что делать? Ну, бывает. Рухнул белый налив, упал. Значит, надо его будет убирать, эту яблоню. Надо же, даже свекла, наверное, будет. Как здорово. Ну, ладно, идем, бежим дальше. Бежим дальше. Так. Ох, какие красивые все-таки. Еще раз вам покажу. Да? Это летние уже готовы. И их очень много. Прям летние. Может попробовать одну? Надо попробовать. Ммм, сладкие. А это антоновка. Тоже будет много антоновки. Крупные какие. Начало августа, а уже яблоки какие крупные. Красота. Ой.